Привет, мои дорогие котейки, с вами Юмилия. Извините, что пару дней на канале не выходило ни одного видеоролика. Просто я была чутка занята, но зато я делала специально для вас еще и стримчанские. И, кстати, если вы хотите приходить на мои прямые трансляции, то обязательно подписывайтесь на мой инстаграм и на мою группу ВКонтакте. Там я буду предупреждать вас о моих грядущих стримах. И также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой второй канал. В ближайшее время я постараюсь выпустить там очень-очень крутое видео, которому сейчас я уже около 2 дней как раз-таки и готовлюсь, поэтому обязательно туда заходите. Ну что ж, мои дорогие, а сейчас давайте с вами приступим к просмотру видеоролика про победителей по жизни. И мне кажется, что в некоторых из этих людей я буду очень-очень часто видеть себя, потому что лично я думаю, что я еще тот победитель по жизни. Ну ладно, погнали. О боже! Мужик, лучше бы ты туда не становился. Это как вообще произошло? Оу! Вот нефиг подобным заниматься не на улице. Оу! Так че, встал, будто бы ничего не произошло. Молодец. Ух-ух-ух. Бедная женщина. Что она там делала? Зачем она туда вообще встала? О! Сейчас девушку собьет. Ну, бывает. Что поделать? Оу, неприятненько. Да, я готов. Чё это? Это случаем не Пугачёва была? Просто женщина не очень похожая прям. Ух ты! Офигеть! Офигеть! Воу! Вот того чувака можно назвать победителем по жизни без кавычек. О! Че это он? Фоткается, что ли, с фанатом? Прям посреди поля? Ну, хотя бы позволил ему сфоткаться, это очень-очень благородно. Ну, что сказать? К тому, то, что у меня отвалился подкрылок. Вон он лежит. На меня напал рой пчел. Оу. Ну да, вижу, тут мельтешат они. Да что, что со мной не так-то, сука? Просто день такой вот плохой. Блять, откуда здесь пчелы-то, ебаный в рот, блять? И как мне за подкрылком выйти? Блин. Как мне его, блять, взять-то, сука? Блин, я понимаю, что это очень жестко. И с одной стороны, жалко мужика, но так... Угорать охота. О, сейчас по голове ударит. Оу. Ну, я, правда, думала, что еще ужаснее будет удар, но все равно это плохо. Тут просто победитель на победителе. Вот честно. Ого! Нифига! Очень круто. Сейчас... Когда хотел выпендриться. Боже, у меня подобный случай был, но слава богу, я вот так вот... Вот так вот не съехала. Сейчас в себя, что ли, попадет? Оу! Вот подобным снова же нельзя заниматься дома. Для такого нужно выходить на улицу. Он сам не понимал, что ли, что в воду упадет? Или так было спланировано? Ух ты! Это как вообще? Мы с друзьями, кстати, недавно тоже
угорали с корзинкой из магазина. Да, было весело. Но, слава богу, никто так не упал. Бывает. О, сейчас будет эпик! Я чувствую! Я никогда не была на таких горках, но очень хотела бы там побывать. И надеюсь, что со мной вот подобное не произойдет. Сейчас волна их накроет, что ли? Их прям унесло. Зачем так вообще делать? Там же ясно, что пятая точка будет перевешивать голову. О! Нифига так! О! А по-моему, этот видос я видела, что там сейчас очень кривая челка получится, да? А, нет, перепутала. Тут и челка кривая, еще порезалась. Оу! Он еще и угорает, блин. Ой, что это такое за соревнование? Ой! Ой! Да. Ну что ж, вот такие вот фейлы мы с вами сейчас увидели. Какой из них показался вам самым эпичным? Напишите об этом, конечно же, в комментариях. И также там напишите, какие у вас подобные случаи происходили в жизни. Мне будет интересно почитать. И, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой второй канал, на мой инстаграм и на мою группу ВКонтакте. Все ссылки, как всегда, в описании. Ну а с вами, как всегда, была ваша Юмилия. Надеюсь, что с вами подобного происходить не будет. И вы будете настоящими победителями по жизни без кавычек. И всем, мои дорогие, пока-пока!